В стране почти 57 тысяч пациентов успешно побороли COVID-19. Диагноз подтвержден у 65 623 человек. Лаборатории обработали 1 162 280 тестов. Эти данные приводит Минздрав. Разработанная российскими медиками вакцина от коронавируса признана безопасной и эффективной. Испытания прошли в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Уже первую группу добровольцев выписали. Мы, конечно, волновались, и проснулись рано. Потому что был скрининг, последний анализ сдали. Спалось, можно сказать, что отлично. Потому что уже все, предвкушение, то, что уже дома будем, сейчас уже все закончено. В организме добровольцев лимфоциты увидели РНК вируса, генетическую информацию вируса COVID-19. И в лимфатических узлах добровольцев идет пролиферация лимфоцитов на выработку антител к этому вирусу. То есть формируется иммунитет. Тем временем Минздрав исключил Россию из перечня государств с неблагоприятной эпидситуацией. Теперь прибывшие страны-соседки не обязаны уходить на самоизоляцию.